dvhub.ru. Во-первых, я все-таки считаю, да и мы, наша фракция считает, что фракция «Единая Россия» создает определенные приоритеты. Исключение головного списка партии не позволяет нашим избирателям полностью ознакомиться в совокупности, да, с программой партии. Если бы был головной список, можно было бы четко и понятно видеть программу партии, которую мы собираемся реализовывать в Думе. Нарезка одномандатных округов, ну, не будем здесь тоже, так скажем, не делать тайны здесь. Одномандатников сегодня у «Единой России» ключевых знаковых фигур, конечно, больше, потому что это люди, которые занимают определенные государственные посты и руководящие посты на предприятиях и так далее. Это опять создает приоритет для партии «Единой России». И последнее. То, что мы говорили об избирательных фондах, мы уже не раз на этом вопросе тоже останавливались, это создает приоритет для тех, у кого много денег. К сожалению, у наших партий, которые сегодня представлены в Думе, я имею в виду так называемых оппозиционных, таких денег, естественно, нет. Поэтому здесь тоже создается приоритет определенным структурам. И я бы все-таки просил не принимать изменения в избирательный кодекс Хабаровского края, не создавать вокруг этого, мы будем говорить так, нездоровую атмосферу. Спасибо. dvhub.ru